чтобы написать роман, нужно иметь талант писателя. А чтобы стать писателем, нужно многому научиться и многое прочитать. Но в глубине души я уверена, каждый может написать свою историю любви. Только для этого ему обязательно нужен соавтор. Ее можно написать только вдвоем, и это доказано миллионами авторов, которые написали и продолжают писать свои истории любви. И знаете что? Я тоже решила написать свою неповторимую историю. Он сдержанный и целеустремленный, но в то же время добрый и отзывчивый. Ему нравится удивлять и внезапно все менять. Она очаровательная, энергичная и немного вспыльчивая, но добрая. Частенько паникует, но не боится трудностей и успешно их преодолевает. Он был очарован и пленен ее красотой всего лишь один раз. Один раз и навсегда. Но его сдержанность не позволила сказать ей все то, что он почувствовал. Он нашел ее в сети, сообщение за сообщениями, долгая переписка и, наконец, встреча, такая долгожданная и несущая море надежд. Привет, я уже тут. Привет, я тоже тут. Обернись. Он был взволнован. Взволнован, потому что не мог оторвать от нее взгляда. Он видел и чувствовал в ней то, что его манило, неприступность, за которой скрывалась ее открытость. Он понимал, что она та самая, одна и навсегда. А что чувствовала она? Она была поражена им раз и навсегда. Он оказался не таким, как она его себе представляла. Она могла болтать с ним часами и днями. Она радовалась и сердилась на его непредсказуемость. Она искренне наслаждалась его добротой и отзывчивостью. Ей было тепло и комфортно с ним. Им пришлось преодолеть много преград и препятствий на пути друг к другу. Но несмотря на все сложности, им это удалось, и они начали писать свою историю любви. А это первая глава большой истории, история длиной в жизнь.